Кундрючья, река в европейской части России, в Ростовской области, также в Луганской области Украины, правый приток реки Северский Донец, бассейн Дона. Этимология названия реки мало изучена, существует несколько версий его происхождения, от местных названий Сурка, Кундрюк, Илердеста, Кундурак и другие. В конце 1721 года Григорий Капустин открыл на Кундрючье месторождение каменного угля, что дало начало работам по геологической разведке Донецкого каменноугольного бассейна. Берет начало на Донецком кряже на территории города Свердловска Луганской области на высоте 269 метров, протекает в юго-восточном направлении на среднерусской возвышенности. Впадает в Северский Донец на 18 километров от его устья в районе хутора Хрещевского Ростовской области на высоте 9 метров. Длина реки 244 километра. Из них 223 по территории России, площадь бассейна 2320 квадратных километров, седьмой по площади бассейна и четвертый по длине российский приток Северского Донца. Общее число притоков достигает 137. Все притоки Кундрючьи относятся к малым рекам и ручьям, крупнейшая из них, все на территории России. Левая, Большая Гнилуша, 29 километров, 264 квадратных километра, и Большая Бургуста, 21 километр, 95,1 квадратного километра. На территории России на Кундрючье расположены Соколовское, Несвятайское, Вербенское и спущенное Прохоровское водохранилище. На территории Украины – Бирюковское и Должанское, по плотине последнего проходит государственная граница между Россией и Украиной. В верховье Кундрючье протекает в узкой глубоко врезанной долине. В верхнем и среднем течении русло слабоизвилистое, неразветвленное, пойма отсутствует. В нижнем течении русло реки извилистое, с перекатами. Протяженность перекатных участков 60-100 метров, пойма левобережная, шириной до 300 метров. Средняя высота падения русла на всем протяжении реки – 1 метр на километр. Среднемноголетние расходы воды в Р. Кундрючьей в 22 километрах от устья составляют 4,82 метра кубических в секунду, что соответствует объему стока 0,152 километра кубических в год. Изменчивость водного стока довольно значительна. В многоводные годы сток реки в 2 раза больше, а в маловодные годы в 5 раз меньше, чем в средние по водности годы. Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Максимальные расходы воды в реке отмечаются в марте-апреле и связаны с выпадением дождей при интенсивном снеготаянии. Минимальные расходы приходятся на летний период. Замерзает Кундрючье в конце ноября, вскрывается в середине марта. Водные ресурсы реки Кундрючьи используются для снабжения водой населения, промышленных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных предприятий и орошения земель. Река испытывает значительную антропогенную нагрузку в виде сбросов хозяйственных и промышленных сточных вод, по качеству воды характеризуется как грязная. В среднем течении на берегах реки встречаются скальные выходы, популярные среди туристов, Прохоровские скалы в районе с Прохоровка высотой 25-30 метров. Скальные холмы Три брата в районе Худ, Клевцеовы и другие. Река используется для рыболовства, но считается грязной. В реке водятся карп, сазан, окунь, толстолоб, судак, щука, сом и другие. На реке Кундрючьей расположены города Свердловск, Украина, Красный Сулин и Новошахтинск, Россия, многочисленные хутора и станицы.